Всем привет, особенно мои подписчики. Сегодня я вам хочу рассказать, переснять старое видео, в общем, по поводу того, как добавить файл в автозагрузку, как сделать ярлык и сделать вид в текстовом документе. Хочу сразу сказать, что данная фича работает только при условии, если у вас стоит показывать скрытые файлы и диски. Но сейчас я вам покажу, как это все выглядит. В общем, также добавлю немножко нового видео. Идете в параметры папок, в общем, вид. Но я вам хочу сказать из своего опыта, что у 90% стоит вот так вот, не показывает скрытые файлы, папки и диски. Но мы сейчас поставим показывать, да, чтобы вы наглядно все это увидели. Ну, в общем, смотрите, программку я оставлю под видео. Вначале я вам покажу старое видео, запишу, то есть перезапишу, да, так как старый канал забанили, вы это уже знаете. В общем, и покажу новую фичу, как сделать с помощью программки это. Но там есть еще одна плюшка в плане того, что при нажатии на текстовый документ файл действительно откроется как текстовый документ, и файл залетит в автозагрузку автоматом. Ну, в общем, смотрите, все поймете.
Смысл этого понятен всего. Еще хочу раз напомнить, что будет работать это при условии, если у вас не показывает там галочки нету у человека, да? Давайте проверим, как здесь это будет выглядеть. Человек нажимает, смотрит. Файл добавлен, автозагрузку автоматически. Сейчас откроется текстовый документ. Но у меня немножко интернет подтопливает, возможно, из-за этого. Всем спасибо, ставьте лайки обязательно. Пока.